очень красивая традиция. Все-таки народное – это другое. Уриш, Шаэли, Уриш. Я люблю народные песни за их мелодичность, за глубокий смысл, близкий по сердцу, что-то родное. Да, именно народные песни способны коснуться самых глубоких струн нашей души, напоминая нам о наших истоках. И очень бы хотелось, чтобы их не забывали, ведь песня жива, пока ее поют. А знаешь, и не забудутся. Благодаря современным технологиям, аранжировкам и желанию сохранить культурное наследие нашего народа, в народные песни вдыхается новая жизнь, придается нотка современности, которая делает эти песни популярными не только среди взрослого поколения, но и молодежи. Встречайте, Саркис Микрчян и Роза Симонян в исполнении народных песен в современной аранжировке. Бурными аплодисментами! Man.